Весной 2023-го на телеканале ТВ-3 состоялась премьера второго сезона сериала, что и требовалось доказать. Профессор Штопель до сих пор помогает капитану Ширяеву вычислять преступника, в буквальном смысле, используя возможности науки. Зрителям сериал понравился настолько, что многие уже ждут продолжения. Напомним, роль гениального математика Дмитрия Штопеля исполнил Тимофей Трибунцев, образ следователя Олега Ширяева воплотил Денис Шведов. Дочку Штопеля Катю сыграла София Озерова. Второй сезон снимали в Москве и Санкт-Петербурге. Режиссером картины выступил Владимир Щегольков. По предварительной информации, дата выхода третьего сезона сериала, что и требовалось доказать, запланирована на осень 2024 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.